Правила, которые вы обязаны знать. Как действовать в аварийной ситуации на самолете. И храни вас Бог от того, чтобы вам когда-нибудь пришлось воспользоваться этими знаниями. Многие пассажиры уже давно не обращают внимания на демонстрацию аварийно-спасательных средств. Но и на то, что вам показывают стюардессы, это еще не все, что надо знать. И запомните, рассказать перед полетом все просто невозможно. Сколько кислородных масок выпадает на одном ряду? Как найти аварийный выход? Как действовать во время пожара на борту? Как работают спасательные трапы и когда можно открывать двери? Как действовать при посадке на воду? Все это и много интересного в этом видео. Что нужно, чтобы наполнить жизнь впечатлениями? Путешествие. Что нужно, чтобы впечатлениями делиться? Dream Sim. Удобная мобильная связь для тебя, любитель приключений. Выгодные звонки и интернет уже ждут тебя. Забудь про роуминг. Более 190 стран открыты для твоего свободного общения. Пройди по ссылке в описании и получи бонус 7 евро после заказа симки. Кислородная маска. При разгерметизации самолета маску сначала надевайте на себя, потом на ребенка. Наверняка вы задумывались о том, а что если я лечу с грудным ребенком? Рассчитана ли маска на него? Инженеры все продумали, на некоторых бортах выпадают 3 маски на 2 кресла, а на некоторых даже 4. Скажу вам больше, в туалете имеются маски, причем 2. На тот случай, если вы зашли в туалет с ребенком. Поэтому вам не стоит беспокоиться об этом. Ни в коем случае не пользуйтесь кислородными масками во время задымления. При задымлении смочите платок или же ткань наголовника. И дышите через него, если под руками ничего нет. Турбулентность и аварийная посадка. Если ребенок летит без предоставления ему отдельного места, держите ребенка на руках плотно пристегнутого детским ремнем безопасности к плотно пристегнутому своему ремню безопасности. Своими руками создайте вокруг ребенка зону безопасности, то есть защитное поле. Если ребенок сидит на отдельном кресле, покажите ему, как сгруппироваться. Не берите ребенка на руки во время аварийной посадки. Оставьте его в штатном кресле, если ребенок старше 5 лет. В аварийной ситуации взрослый не сможет корректно удержать не только ребенка, но и свое тело. При ударе туловище взрослого пристегнутого человека начинает складываться вокруг ремня, как бы группируясь, в результате чего он головой упирается в спинку впереди стоящего кресла. Именно поэтому спинки самолетных кресел делают складывающимися вперед при нажатии на них сзади. И в том числе поэтому они только для освобождения пути эвакуации при взлете и посадке их просят привести в вертикальное положение и сложить откидные столики. Перед аварийной посадкой, если хватает времени, стюардессы еще раз напомнят, как себя вести и что делать. Но в панике не каждый сможет осознать все. Как найти аварийный выход? Обычно люди ищут выход именно оттуда, откуда зашли, но на самолете это не лучший вариант. Во многих видео говорят, что надо считать кресло от ближайшего вам выхода. При эвакуации будет легче его найти. Но это просто бред, поверьте. Во-первых, вы забудете число в такой ситуации. Во-вторых, в давке вам будет не до кресел. Но не беспокойтесь, инженеры опять же все продумали. Аварийные выходы при взлете и посадке подсвечиваются надписью «Exit». Также при аварийной посадке горят дорожки на полу, показывающие направление к выходам, и эти дорожки питаются от отдельного, независимого аккумулятора. Но на более современных самолетах индикацию делают из фосфора. Пожар. Во время аварийной посадки при пожаре накиньте на себя и ребенка верхнюю одежду. Наденьте головные уборы. Исследуя указания бортпроводников, пригнувшись, идите или ползите к выходу, закрыв с собой ребенка. При спуске по надувному трапу следует избавиться от обуви на каблуках. Пройдя к аварийному выходу с младенцем на руках, следует, удерживая его примерно на уровне груди, сесть на трап и съехать по трапу вниз, как с горки, прикрывая собой ребенка. Внизу нужно как можно быстрее освободить трап и отойти на безопасное расстояние. Взрослые дети эвакуируются по трапу самостоятельно. Аварийная посадка на воду. При аварийной посадке на воду необходимо воспользоваться спасательным жилетом, который находится в большинстве случаев под сиденьем. Его необходимо надеть через голову, как было показано на предполетном инструктаже. Нельзя активировать, то есть надувать жилет до выхода из самолета. Это может затруднить эвакуацию. А если вода начнет заполнять салон самолета, то вас просто начнет давить к потолку, и вы не сможете выбраться. Если ваш жилет не надулся, то на жилете имеются клапаны поддува, с помощью которых можно не только поддуть, но и надуть жилет. Также, если после активации жилета вы заметили, что он вам слишком давит, воспользовавшись этими же клапанами, жилет можно немного сдуть.
Принцип работы такой же, как и ниппель на покрышке автомобиля. Также на жилете имеется лампочка, которая активируется автоматически после попадания в воду. Еще имеется свисток на тот случай, если вам надо привлечь внимание спасателей. Если вы где-то слышали, что этим свистком отгоняют акул, то это полный бред. Если же вам нужна помощь после эвакуации, то знайте, что весь экипаж имеет жилеты ярко-оранжевой окраски, в отличие от пассажирских жилетов, которые желтого цвета. Эвакуация производится на плоскость крыла или на надувные трапы. Находясь в воде, необходимо контролировать положение головы ребенка в надводном состоянии. Принять эмбриональную позу и прижать к себе ребенка для снижения теплопотери. Для взрослых необходимо сгруппироваться и сделать небольшой круг из 5 или 6 человек. Взять друг друга под руки и прижаться как можно ближе. Таким образом вы достигнете снижения теплопотери. На каждом самолете имеется несколько наборов для выживания или, как их называют, survival kit. Он обычно лежит отдельно и при эвакуации на воду крепится к трапу плоту. Внутри набора для выживания имеются сигнальные ракеты, дневная и ночная, красители для воды, нож, насос для откачки воды, аптечка и многое другое. И, конечно, там есть мануал для трапа плота, то есть как правильно натянуть тент и не остаться под дождем. Эвакуация на сушу. Эвакуация самолета производится в зависимости от дислокации источника опасности и расположение аварийных выходов, пригодных для эвакуации в конкретной чрезвычайной ситуации. Правила пассажиры с детьми вперед не действуют. Нельзя открывать аварийный выход, если через иллюминатор в нем видно огонь или выход находится ниже уровня воды. В любом случае сначала эвакуируются пассажиры, находящиеся ближе к выходу, а потом дальние. Попытка обогнать друг друга и попытка пассажиров с детьми быть вне очереди приведет к давке и возникновению паники. При движении внутри самолета держите ребенка перед собой, создавая руками и телом периметр безопасности, защищая его тем самым от возможной давки. Но это не должно мешать нормальной эвакуации других пассажиров. Как работают трапы и когда можно открывать двери? Обычно пассажирам, которые сидят около аварийных выходов, перед взлетом проводят небольшой инструктаж по открытию дверей. На аварийных выходах не сажают детей и инвалидов. Если по какой-то причине стюардесса не может открыть дверь для эвакуации, если вы тот самый пассажир, который сидит на аварийном выходе, то вся надежда на вас. Перед тем, как открыть дверь, для начала оцените ситуацию за бортом. Если вы видите пожар и если что-то за бортом мешает открытию трапа, то не открывайте этот аварийный выход и перенаправляйте пассажиров к другому выходу. Ну а если же все нормально, то смело дергайте ручку и не забудьте ее отпустить, так как дверь открывается под давлением автоматически за счет гидравлики. И трап лот автоматически надувается при открытии двери, если селектор находится в положении арм. Если трап не надулся автоматически, то необходимо дернуть красную ручку дублирования наполнения трапа, расположенную на фартуке штанги, как показано на картинке. Не торопитесь сразу эвакуировать пассажиров, подождите секунд 5 для полного надува трапа. После того, как трап надулся, попросите первого пассажира спуститься вниз и помогать внизу встречать тех, кто спустится, ну а дальше как можно быстро толкайте. Именно толкайте и торопите всех спуститься по трапу вниз. Как правило, инвалиды и пассажиры с ограниченными возможностями эвакуируются последними. Запомните, идеальная эвакуация должна происходить за 45 секунд после надува трапа. А сейчас небольшой совет, как не поддаться панике. Паника, по сути, является одним из поражающих факторов, так как затрудняет эвакуацию и работы по спасению. При возникновении панических настроений у людей рядом нужно постараться спокойным тоном их успокоить. Важно всеми силами погасить ее в самом начале, так как развивается паника лавинообразно. Обязательно поделись этим видео в соцсетях с близкими и друзьями. Если узнал сам, помоги и другим узнать, как действовать в аварийной ситуации. Узнал для себя что-то новое, тогда ставь лайк и задавай интересующие тебя вопросы в комментариях. Также будет интересно узнать, были ли у вас нестандартные ситуации в самолете. Ну и не забудь, конечно, подписаться на канал, если ты еще не подписан. С вами был Смартик, всем пока! Что нужно, чтобы наполнить жизнь впечатлениями? Путешествие. Что нужно, чтобы впечатлениями делиться? Dream Sim. Удобная мобильная связь для тебя, любитель приключений. Выгодные звонки и интернет уже ждут тебя. Забудь про роуминг. Более 190 стран открыты для твоего свободного общения. Пройди по ссылке в описании и получи бонус 7 евро после заказа симки.